Химера, зомби или киборг? Я интегрировалась в тебя, а ты в меня. Это новый имплант, который невозможно изъять. Это прививка нового образца, которая встраивается в человеческий геном, и извлечь ее уже невозможно. Хорошо, что ты больше не планируешь заводить детей, потому что они родились бы со мной в твоем геноме. Или плохо. Я тоже больше не собираюсь никого рожать, а то и мои дети носили бы тебя в своем геноме. А если бы мы захотели завести совместных детей? Я сделала